Жду бабулечку, красотулечку свою, отвезти ее к сестричке. Они с Лизой у нас иногда воюют, надоедают друг другу. Ну, целыми днями сидят вместе. Соответственно, почему людей в космос на долгое время не отправляют? Потому что нужно делать передых какой-то друг от друга. В общем, бабушка психанула, а то не уже сколько, года три вообще с квартиры не выходит. А то говорит, все, отвези меня к сестре, позвонила к сестре. В общем, собирается. Что она там собирает? Не знаю, лекарства, какие-то вещи. Пускай передохнут друг от друга. Придет им на пользу и одной, и второй. Ага. Сейчас похвалят. Догонят и еще раз похвалят. Я тоже так хотела сказать. Так, сейчас в магазин, да, пельмени купим. Майонеза, да, тебе, бабуля? Ну, пельмени. Пельмени и водку. А сама идя хочет, как хочет. А водку, не знаю, еще да надо пол-литра взять. Да ну что ж ты к сестре едешь? Что вам уже терять? Сколько вам лет? Бас, насколько младше тебя баба Клава? А? Баба Клава, насколько младше? Что баба Клава? Моложе, насколько? Баба Клава моложе. На 8. Это ей 80? Да. О, ну вы вообще молодухи. Ну, о, все. Сказала, что ноги нет. О, ну что, тебе нормально? Легче? Хорошо. Только сильно не гони, чтобы просмотреть. Такая чистота, ты знаешь? О. Сегодня еще воскресенье, мало машин. Да, и вообще приедет. Это да. Так, пельмени проехали, сейчас я вернусь. Да. Ага. До Маши, да? Да нет, ты посидишь в машине, а я побегаю, поняла? Ага. Я ага. Тебя тут, я тебе... Тебе деньги дать, да? Ну да, давай. Давай я сейчас я тебе все куплю. Вот здесь 30. Можно? Там опускаю, ну тех куда меньше чуть-чуть. Mm-hmm. 680. Опускаю. 55. 5 минут. Спасибо. Пожалуйста. Привет. Там бабуля одна в машине, боюсь ее надолго оставлять. Олег, сейчас я бабушку отвезу. На. Иди, хочешь к бабушке подойди? Смотри, только не кинь. Там машинка и все. В машине он. А вон, отсюда видно. Ну вон стоит на дороге, машина черная. Ну, пошла. Только двери не открывай, что я черная. Оля, я сейчас приду. Я тебе машинку все оставила. Сюда ты, мама. Ну. Машинку, короче, все. Коля, я зайду. А, ты последний день? Труселя видны, сидит. Кресло, видишь? 92,75, а 3 гривны или 27. Вот ты на маму похожа в этом сарафане. Все, принесла. Садись и делай, что тебе. Спиливай. И все, потом приду и заберу. Что ты завез?
самое главное. Ага, ага. Здравствуйте, на 200 гривен 5-го. Молодцы. Бабушка в шоке от города. Вот сделай. Машину оставлять. Вообще никого. Пусто. Решили мы заехать. Вот какой есть ящик. А я еле эти ворота открыл. Давай. Тахометр. Спидометр. Да, оставь это, ладно. Вези Маши. Ба, вылазь. Тут жарко, дышать нечем. Девчоночка. Привезли товар. Привет. О, еще одна такая, как бы. Да, как наша. Как другая, та же. Давай вылазь. Давай я закрою. Где ж такой товар? Есть. Маленькая едет. Да. Встретились 88 и 80. Ох, красотуля. Иди, хоть поцелую. Очень мало. А то 18. Привет, бабуля. Привет, Анечка. Потихоньку смотри. Фу, еле заехали. Чего? Ну, я в ворота, там такой въезд, дорогу еще ремонтируют. У вас и коты тут. На, держи, только чтобы не развязалось, а то, что там ценный продукт. Ой, водка. Да ты что? Так что бухать будете. Главное, на дискотеку не идите. Да, вот это да. Это ты права. Бабушка. Бабушка. Клавушка, Анюшка. А ну на. Ну возьми. Ну возьми, как ты берешь? Что ты взяла? А, что, как это? Включай. А ну. Или нет, еще рано, ты, когда встретишься? Нет, зеленую, я же тебе говорила, зеленую. Ну, я вот зеленую. Это белая, зеленая, бабушка. А, вот. Уже а все. Я не увидела. Или просто возьми и открой. Сейчас, подожди, я заново. Что оно уже не звонит тебе? Батарея разряжена. А-а-а. Сейчас.
А ну. Зарядим. Алло. Все, батарея разряжена. Внучка Аня написана. И позвонить мне. Зеленая, зеленая, поняла? Все время зеленая, все время зеленая. На, тыкни сейчас, дай я тебе там подзарядную. Иди. Да на. А где ж ты хоть такие листья нашла? Ты знаешь, как-то иду, а это, вот такое растет. Уже в конце осенью. Вот такие шишечки. Я где ты взяла? Ну, слухай, вот такая растет там, это, на улице аж. А я взяла шишечки, посрывала и дома посадила. А-а-а. Это у меня третий год. Ты посмотришь там. Вот так, это Слава. Так, ладно, поехала я. Ой, ты не целуй да, меня. Ладно. Не напивайтесь сильно. Бабушка, позвонишь, поняла? Поняла? Да, я, если по причине. А если по причине, да. Я звонить не буду. Ну, да, все. Да, да. Да. Ну что, будем нарушать? А что делать? Я не собираюсь с района объезжать. Скоро пустим где-то руль. Тебя тут ехать вообще по тротуару. Ну ладно, удачи. Моё. Безнадежном деле сами виноваты. Не надо было. Дороги они ремонтируют, рельс. Капец. Повыкладывали здесь непонятно что. А как мне теперь тут проехать? И вот так раз еще. Нарушаю я, блин. Мусталевочка. Привет называют. Капец, я в шоке от этих цен. Залила на 200 гривен бензина, а получилось 8,5 литров. Еще какая-то дешевая типа заправка. Короче, 200 гривен в одно место можно только засунуть. С расчетом того, что у моей сестры инвалида пенсия 1300 гривен. 1300 гривен это 50 долларов на сегодняшний день. Зашибись. Вообще, куда мы катимся? Сбесит все, блин, невыносимо. Дорогу такую сделали прям. Неужели? Как-то интересно получается. Хочу купить арбуза, дыни. Ну что-то я проехала весь город, и я не вижу ни одной кучи арбузной, как раньше они были на каждом углу. Наверное, просто невыгодно сейчас арбузы у нас, конечно, скачут цены 5-7,50. В супермаркетах там можно купить. Такая жара, ничего не хочется, что такое-то покупаешь, все какое-то пропавшее, не знаю. Колбасу купили, один день поели, уже на следующий день выкинуть ее можно, воняет. Мясо тоже какое-то топливное воняет. Одни овощи и фрукты можно есть. Фиг его знает, блин, так от овощей же что же. У меня там, слава богу, от арбуза ничего, а вот у других, возможно, тоже какие-то расстройства. Не знаю, хочу арбуза сейчас посмотреть. Куплю арбуза в супермаркете. Бочки почистить, это что-то воды много пью, а бочки не справляют. Спасибо. Почем у нас арбуз? Арбуз
6300 по 4,90 со скидкой. Почти 5 гривен килограмм арбуза. Надеюсь, он хороший. Ой, как хорошо в подъездике. Арбузичек несем. Спортсменка. Залишка, как будто на гору залезла. Лёпа. Кто же меня встречает? Как его любимый? Лёпочка мой. Лёпочка мой. Ваня, фу! Больничку приехали провериться. Телефон ищу за стабилизатор. Я хочу телефон. Один грамм написано. Где 100? Где 100? 1G. 1G это что? КГ или 1G? Нельзя, да? А, еще. Ну хорошо. Нет, а ее можно?